Приветствую, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Я 7 лет участвую в проекте «Всем миром». И пора настала поговорить о причинах, которые у нас заявлены на сайте. Почему люди выбирают проект «Всем миром»? Этому есть как минимум 50 причин. Администрация сайта проводила опрос среди тысячи наших участников, в котором попросили каждого из них назвать 10 основных причин, по которым они участвуют в проекте «Всем миром». В результате мы получили множество разнообразных ответов, которые помогли нам составить список из 50 основных преимуществ программы. Я знаю, конечно же, 51-ю, об этом я уже объявляла, что я с помощью проекта «Всем миром» нашла себе мужа, а он жену, хотя мы и не искали друг друга, просто так получилось. У нас сложилась семья, растет 2-летний сынок. Итак, поехали. Первая причина – легальная и надежная компания, которая работает в правовом поле всех стран мира с 2011 года и уже доказала свою надежность временем. Легальность и проверенная временем надежность компании – это, пожалуй, одни из самых весомых факторов, определяющих выбор участников. Компания зарегистрирована как ООО «Всем миром», а уже 9 лет стабильной и успешной работы проекта подтверждают жизнеспособность и эффективность предложенной нами инновационной модели фандрайзинга. Нам уже не нужно никому ничего доказывать. Hallward работает как часы и будет работать всегда. Вторая причина – уникальная концепция. Без всяких сомнений, Hallward – это уникальный и, пожалуй, единственный сетевой проект такого уровня, основной целью которого является благотворительность. С октября 2012 года наша компания является официальным партнером Международного благотворительного фонда «Всем миром», на основании чего активно участвует в информационной поддержке компаний по сбору благотворительных пожертвований. То есть помогаешь ты, деньги распределяются в благотворительный фонд и остальным участникам вашей партнерской структуры. И вот детки получают финансовую помощь. Третья причина. Размер ваших доходов не ограничен. Все зависит только от вашего желания, друзья, это правда. Если бы я не хотела участвовать здесь, не горела бы этой идеей, безумным желанием, то у меня бы, наверное, ничего не получилось. То, что имею я сейчас, это мой труд за все 7 лет. И это желание меня не отпускало ни на один день. Были провалы, я поднималась с колен и шла дальше. Конечно, не всегда были переводы. Были и такие времена, когда по неделе, по две у нас не было переводов. Но все это я преодолела. И сейчас я каждый день получаю денежные переводы. Так что все зависит от вашего желания. Приложите столько усилий для развития своего бизнеса, сколько вы считаете нужным. И результат не заставит себя долго ждать. Вы можете приобрести машину, квартиру, яхту, самолет. Все зависит только от вас. Об остальных причинах поговорим в следующих роликах. Всем пока!